В Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В церемонии приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Главы государств и правительств подняли государственные флаги стран перед зданием и в знак официального открытия нового здания секретариата разрезали ленту. Dakikamız var yoksa